Черная мамба. Наверное, начать стоит с того, чтобы сказать, что черная мамба вовсе не черного цвета, а скорее темно-оливкового. Черная у этой змеи только пасть, поэтому она и получила такое название. Размеры черной мамбы весьма внушительны. Ее максимальная длина может достигать 4,5 метров. Однако встретить такую особь получается нечасто. Среди всех ядовитых змей лишь королевская кобра крупнее черной мамбы. За один укус в тело жертвы может попасть до 400 мг токсинов широкого спектра поражения. Такого количества яда хватит, чтобы лишить жизни 40 человек. Если укус приходится в руку или ногу, то жертва сможет прожить не более 4 часов. Менее удачные попадания отправят человека на суд Божий за час или даже быстрее.